И всем привет! С вами Нидерамос, и мы продолжаем проходить Final Fantasy. Да, в прошлой серии мы с вами нашли. Выполнили половину целей посещения данного такого ужасающего местечка. Осталось найти путь на нижний уровень здания, и все будет хорошо. А вот где искать путь вниз? Это уже загадка века. Да, чтоб вас. По логике, он должен быть где-то в совершенно другом кон... Или он вообще не на этом этаже? А, уровень. О, 16 маны. Да, Сину так неплохо там потрепали в этих битвах. Ghost. Нет больше Гоуста. Да что ж... А вот это компашка. Я с ней даже лучше подлечусь. Ух ты. У меня на этот уровень вообще нет магии. Давайте хоть посмотрим, как оно выглядит. Ауч. Красота. А нет, не это, а вот это. Здесь я был. Значит, я, получается, не на этом уровне, что ли? Не, давайте еще раз сходим к русалкам. Мне кажется, не надо было возвращаться. Что-то мне так подсказывает. Не знаю, что это может быть. Но почему-то мне кажется, что я сначала шел правильно. Белая акула. Аккуратно смотрим все. Все вот это место. Особенно границы этого этапа. Сюда нас не пускают. Здесь везде сидят русалки. Так, но здесь я не прохожу. Здесь была Розетта. Не, что-то мне показалось, что здесь все-таки нет этого прохода долгожданного. Или он в углу сам на занекусы, куда я почему-то не ходил. Да нет, в самом углу нет. Я... Потому что в этот угол я ходил. Раз я в него ходил, значит там нет, потому что я же ее не видел. Ладно. Так, на предыдущий этаж. На предыдущий этаж. Это я где?
Я не припомню это место. Так. А, это что, сам первый этаж, что ли? Ну не на нем же я пропустил путь. Далее. Ну не мог же я на нем пропустить путь дальше, да? Или мог? Да не, бред какой-то. Конечно. На нем я и пропустил. Хорошо, у меня есть телепорт. Вот представляете, через сколько мне пришлось противников пробиться. Я бы тут успел пару раз офигеть от жизни. Тум-тум-торум. Так, это еще что за место? Вот как так можно? Опять наверх. Это издеваешься, да? Зачем мне наверх? Ведь эта хрень живет в самом глубоком. На самом низком уровне. Ух ты ж. Болючее привидение. Я вам должен заметить. Вот вам. По носу, да? Зарази такой. Окей. На, охрана. А, черт ее знает. Двух я, в принципе, уже встречал. И на охрану она явно не тянет. Ну да, чисто свой случайный монстр. По идее, они вот этого должны бояться, как огня. Только разве что стоит говорить, что это ни разу не огонь. Мелочи, да? Мелочи. Ту-ду-ш, ту-ду-ш, ту-ду-ш. Да, боятся. Четыреста пятьдесят гилов. Второй этаж. А эта хрень, судя по всему, на первом живет, да? Охрана? Да вряд ли. Такую хрень в охрану не посадили бы. Это ж... это 100%. Кто будет такую хрень в охрану сажать? О, здрасте. А у тебя я что-то не видел еще. Обычно встречаются на каждом шагу. А тут встретился только на точке охраны. И, судя по всему, кто-то таки догадался поставить эту хрень в качестве охраны. Так, ленточка. А, ну да, меня же отравили. Ну, призраки, ну что вам надо, а? Может, сдохните уж поскорее. Так, а с той стороны... Да вы издеваетесь, да? Они издеваются.
Я уж скоро офигеть, какого уровня буду. Вау. Вот так им. Сейчас будем показывать понемножечку. Ага, охрана. Хотя не, чё я буду без вас эту биту проходить? Она не кажется прям уж совсем халявной такой. На ней нужно еще успеть применить магию до того, как меня ушатают. Mm-hmm. 33, 16. Это как я туда залез? Ту-ту-тун-тун. Так, после каждой биты надо лечиться практически. О, стоп. Меня еще и мага задели. Не обратил внимания, чё-то. За всеми же прям не уследишь. Ладно, идем вниз. Ничего такого прям обязательного я тут уже точно не пропустил. Вот. Как-то не хочется, чтобы меня тут ушатали. Кстати, я не ту магию использовал, им сейчас будет пофиг. Но не на это. По-моему, тут не должно быть. Конечно, не должно быть. Размечтался я что-то. Ну, я что-то более мечтательный человек. Мне казалось, что не должно быть на последнем этаже противников. Или это где-то в другом месте их не будет. Наши первые враги в этом месте практически. Я не помню, кто самым первым был. Уже успели так много раз мне попасться. Мне вот даже интересно, кого я под конец игры будет считаться, что убил больше всех. Тум-тум. Я сказал да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот те. Прошу прощения. Что-то совсем вылетело из головы. Да какого хрена? Гениальный компьютер. Я уже браузер закрыл, а все. Эта хрень приходит и приходит. Как так жить? Когда собственный компьютер уже с ума сходит. Дожили. Ладно. Опять отравили. Они это любят. Нехорошее существо. Так. Мне нужно ушататься эфирами. Да прямо так, чтобы аж никто не узнал. Не, вот так. Да.
вплотную. Хм. Вы, люди, впечатляете. Не думал увидеть вас здесь. Но вы правда думаете, что сможете победить демона воды здесь, в моем владении? Дураки, эти темные глубины станут вашей могилой. Так, на всякий случай, я не знаю, чем она меня будет ушатывать. Так, а ты давай хейст вот на этого сначала. Ни хрена себе, она меня ушатывает! Охренеть, она меня ушатывает. Чернилами меня ушатало. 20 ударов нанес. Ну, вот эта куража неплохо лечит, надо заметить. Так, у меня есть что-то... Какой-то дебаф. У меня есть еще бафы. О. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Не знаю зачем. Так, темпер на воина. Вот, больше всего неприятно, когда я вот бафаю, а тот, кого я бафаю, ходит перед тем, кто бафает. Ого! Вот это ты психанул. Вот это он психанул. Обалдеть. Life Spring Grotto. Ничего не понимает эта русалка. Взяли статус, сперли. Теперь нас сперли. Так, далее у нас предстоит... Довольно-таки запутанные дельца, которые я вот чисто случайно, когда первый раз проходил, ну как, и игру так и не прошел до конца, но когда, собственно, максимально далеко дошел первый раз, я вот чисто случайно, всю игру так чисто случайно проходил, потому что я тупо не знал, где там искать информацию, ни о каких прохождениях смотреть невозможно было, не было и речи. Потому что, ну, собственно, тогда у меня была первая PlayStation, и на ней, как вы знаете, интернета не особо много. И я чисто и в этот оазис случайно пришел, просто исследуя мир, и в этот замок, где хвост, и в вот эту пещеру в водопаде. Карту я, кстати, там так и не научился открывать, я ее начал, понял, как открывать только уже задолго после. И вот тут это то, что нам сейчас нужно будет делать в следующей серии. Я тоже чисто случайно понял, как делается.
А, я сохранился, но ладно. Собственно, на этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии и до новых встреч в следующих видео.